Третий этап Академии – самое ожидаемое событие и для первокурсников, и для тьюторов, которые в свое время сами прошли эту школу и с удовольствием снова окунулись в атмосферу внеучебной жизни ТГУ. Каждый год Академия открывает перед участниками возможности проявить себя и в образовательных интенсивах, и в творчестве. Лучшие из лучших финалисты Академии собрались на заключительный этап в пансионате «Радуга». Академия для меня – это настоящий старт в студенческое самоуправление. Студенты приходят сюда, ничего не зная об университете, ничего не зная о внеучебке, о самоуправлении, и мне кажется, это те три этапа, которые невероятно меняют каждого первокурсника и раскрывают его совершенно по-новому. Академия каждый год посещается по-разному. В том году было всего лишь два этапа. В этом году мы смогли реализовать три этапа, съездить на Фрунзе, 3Б-корпус на втором этапе и снова вернуться в «Радугу» на третьем этапе, но уже в более ограниченном количестве участников, что в целом создает такую более уютную атмосферу. Все три дня работы интенсива начинались в половине восьмого утра. На зарядке команды танцевали любимый танец Академии и заряжались положительной энергией на весь день. Но Академия – это, конечно, не только веселье. Первый день работы Академии ознаменовался проведением круглого стола с руководством и администрацией Тольяттинского госуниверситета. Основной частью программы финального этапа традиционно являются образовательные интенсивы. Благодаря им первокурсники напитываются полезной информацией по самым разным темам – от способов развития личности до тонкости работы студенческого самоуправления. Академия – это возможность найти новых знакомых, провести классное время, и это, ну, просто это море впечатлений и память на всю жизнь для меня. Академия для меня прежде всего как получение опыта, самопознание. Ты узнаешь себя, узнаешь новых людей, ты общаешься с ними, а люди совсем разносторонние. Поэтому это очень большой опыт. На третьем этапе было больше каких-то интересных лекций, больше движухи и больше сплочения команды. Между лекциями ребятам отводилось время для работы в командах. Им нужно было придумать, а потом защитить свои проекты. Каждая из команд являлась полноценным городом и боролась за статус Капитолия. Команды работали над стратегиями развития культурных, информационных, спортивных, академических и самоуправленческих дистриктов. Победителем 2022 года стала команда «Скуби Таун». Но в итоге победили, конечно, все. А в результате выпускники Академии готовы окунуться в реальную жизнь университета и преобразовывать ее. Я получила море эмоций и впечатлений на самом деле. Это и слезы счастья, и от страха плакали. Но было очень весело. Я полностью зарядилась и получила удовольствие от того, что я делаю. Ну, третий этап, конечно, больше всего мне понравился, потому что ты как бы вот ты понимаешь, что ты устал, но это приятная усталость. Это усталость, которая, ну, дает тебе понять, что ты заслужил эту усталость, ты работал над ней, ты, в общем, ты молодец. Ребята, организаторы и штаба, все большие молодцы. Все ребята, вот кто дошел до третьего этапа, все объединились в очень сплоченные команды и не преследуют конкуренции между собой. То есть и все очень плотно и хорошо общаются. Это самое главное. Когда в конце закрытие происходит, ты чувствуешь себя максимально эмоционально опустошенным. Ты получил тоже некую обратную связь. Ты что-то дал свое. И это очень сильно в какой-то момент выбивает. Ты понимаешь, что все. Если настал этот момент, значит, все. Действительно, Академия прошла успешно. И она закончилась. От этой Академии остались только, наверное, самые положительные эмоции. Были, конечно, как всегда, проблемы, какие-то трудности. Ничего не проходит без происшествий, но самое главное, что мы справились. Участники заряжены, их глаза горят, блестят от слез, потому что им не хочется уезжать отсюда. И это, наверное, самое главное.